Всем привет, ребята, с вами снова я, Афан, вы находитесь на канале Афанов Мьюзик. Сегодня мы с вами послушаем Букер, Диз ДК, Каша, Серега Пират, Слава КПСС, Даша Дошик. Все главные, блядь, медийные личности последнего времени, да, тут собраны. Ну, типа, блядь, кроме там Слава КПСС, условного ДК, да. Все остальные в целом на хайпе, да, относительно. Ну, это интересно, потому что Букер по тексту пиздец хорош. Вот даже последние его треки брать, он очень круто строит предложения, он очень круто строит текста, и я верю, что это должно быть разъеб, я хочу здесь много угарных фактов. Ну, блядь, делать диссы на таких персонажей, это, скорее всего, какой-то такой полурофл, что это такое, я совсем не понимаю, что это такое. Вот. Давайте смотреть. Во-первых, этот трек набрал 20% в телеграм-канале, что для Букера, наверное, рекордное количество. Букер никогда столько не набирал у меня на канале. Видимо, трек реально стоящий, реально интересный. Голосуйте за Букера, чтобы он мог стабильно так набирать. Допустим, в телеграм-канале, ссылочка в описании. И на Twitch тоже заходите, чтобы не проебывать стримы и видеть реакции раньше, чем это делают все остальные. Да. Итак, у нас есть аннотация. Мне очень интересно, как это все уместилось, то есть столько диссов на всех этих людей. Я думаю, про каждого есть что сказать, но, наверное, это какой-то полурофл, хуй знает. Ну, еще судя по обложке, это точно какой-то рофл, не знаю. Да и персонажи не такие серьезные, чтобы их реально всерьез диссить, ну, типа, реально. А со Славой они вообще кенты, насколько я знаю, так что... Данная песня была создана в рамках челленджа от объединения стримеров Шпана, которым нужно было сделать дисс на жюри. Понятно. Букер за свой дисс получил максимально возможную оценку, благодаря чему забрал первое место в конкурсе и 100 тысяч рублей. Бля, соревноваться с Букером? Пиздец вообще нахуй. Ебать, вот это нахуй честно. Это честно, да? Разъеб. Ну ладно, то есть это было в рамках конкурса, понятно. Понятно. Ну окей, дисс на Шпану, тут еще клип есть, мы тоже клип глянем. Посмотрим. Ладно, интересно тогда, то есть это заняло первое место, по сути, это дисс на Шпану. Окей. Хорошо, давайте посмотрим. Пиздец интересно. Что там каша, это просто соловьев для малолеток. Разжарил на госбабле, это кремлевская диета. Никогда я попустил, он стал как Зола Иван. Но будет кто-то посильней, ты станешь чмохой сам. Лысый толстый очканав, ты для кого-то пример. Если наденешь капюшон, будешь похож на мой хер. Let's get it on, don, ты ебаный скуфидон. Если встанешь на лужайке, станешь как садовый гном. Это Russian Patriot, ты, наверное, гонишь. Ты не каша, ты поришь, он любой власти подсосал бы, чтобы жопу устроить. Солдаты брились за идею, ты за бабки мол строй. Нихуя, тут Даша Дошик. Я не про автопром, но ты просто чехол на поршень. В тебе нету нихуя, кроме хуя, это грустно. Просто доешь свои дойки, это все твое искусство. Хуесосишь подписчиков, ебаный кринж. Ты по сути пилишь хуй, на котором сидишь. Мой куплет это сексизм, пусть так, но все хотят лишь fuck you. Так что мой куплет факты. Кстати, о залупах, что бывали внутри Даши. Что-то в чате стал душно, ведь на связи Тани Кашин. Ты собрал большой концерт, это серьезное дело. Жаль, для этого пришлось стать подсосом Мазела. Что недоволен, тебе страшно повезло. Ты непосредственно посредственный, как все твое музло. Тогда случился не наход, если б не он, ты бы подох. Все хуесосы, ты хороший, интересно, где подвох? Если в правом ухе серьга, ты либо банворд, либо пират. Кто ты, решай сам, непонятно без слов. Ты вообще слышал свое музло? Оно в целом ничего, но ты дубовый манекен. Все тебе лежат очко, но ты как был, так и останешься никем. На словах ты талант, а на деле, ну так, закомплексованный хит. Кан на 1000 зрителей твича, и тебе в вебке окно, подходящий гроб. Если внутри ты лох, то не спасет фиток. Либо пиши альбом, либо останься этим. Ведь кто-то моет байк, а кто-то на нем едет. Слава КПСС, батл рэп, это спорт. Ты сидишь тут за пятнашку, как дешевенький эскорт. Раньше был отцом, но как голому кольцо. Поменяло теперь рядом только вялое пусцо. Лучшие годы позади, второго Окси не найти. Я стал хайповее тебя, мне антихайп не по пути. Если закончится бабло, могу занять до стрима. Вот теперь мы помирились, не сердись. Муа! Окей. Вы хотите про пирата? Про пирата согласен, да. Самый слабый парк. Лучшие годы, антихайп. Мафаня, кстати, нормальный чел. Я видел, он трогал Свету Солар за пизду. Это вроде не зашквар, так что все вы чушпаны, а Мафаня ваш пахан. Пиздец. Большие факты.
Есть видос, где шпана это смотрела. Очень интересно. Блядь, пиздец, конечно. Есть? Я хочу это глянуть на реакции. Да, сейчас посмотрим. Бля, пиздец, круто. Такие, бля, факты, на которые я бы даже... Ну, не то, что факты, а такие диск, которые, знаете, ну, казалось, для конкурса, на которые реально можно, бля, всерьез вот обидеться, вот реально, без шуток. Типа, я считаю, что ДК, вот прям про ДК было как будто, вот, знаете, я бы... Пиздец сильно. То есть, как будто по фактам. ДК прям, вот как будто, знаешь, не на конкурс, вот реально его за 10 хотелось, блядь. Я понял, что вы ржете, блядь. Это не про меня, нахуй, аутро, алло, челы. Это не про меня, аутро, блядь. Фаня, ну не смысл. Твои обиды, это выдуманные. А когда вы дис на меня сделаете, реально, блядь? Так много людей, и никто на меня дис не делает. Вы заебали, все, нахуй, сколько может это терпеть? Не, ну, бля, вот прям самый жесткий, я считаю, про ДК в плане текста. Сделаю. Ты не сделаешь, у тебя творчество на одной истории, блядь. Как я там появлюсь, с которого ты затичишь, нахуй? Проведи конкурс. Ну, кстати, можно. Реально можно, да, хорошая идея. Только нужно побольше людей. На всех реакционеров на другой карточке. Окей, базар. Не, можно сделать, только это слишком мало людей, которые согласятся в этом участвовать, я уверен. Я бы на всех людей нахуй дизайн сделал, ну вот. Так, короче, сейчас посмотрим клип, потом реакцию шпаны сразу тут, я думаю. Подожди, я понял только, при чем тут чушпаны, потому что шпана, да. Все чушпаны, а мафаня может пахать. Давайте посмотрим клип. Мой любимый парт про ДК, пиздец жестко, реально. То есть я бы на месте ДК даже обиделся. Каш, покаш тоже жестко. Про Дашу, ну че, бля, че про нее говорить? Это пиздец, это типа фрик тот еще хуже меня, нахуй. Серега Пират, ну слабенький парт, если честно. Слава КПСС, ну не очень понял, ну допустим. Про меня нету, ну про меня даже есть, про Мафани Смузи. И в одной локации? Ну да. Да. А там они сразу с клипом смотрят? Если да, то давайте этот... Реакция шпаны на дис букера. Да, вот. Букер. Дал демку. Ой, у него звук. Там каша должен быть. Без рэпа. Готово? А еще ДК ин ЦЦ. Что-то не понял, да. Врубаю? Всем же ясно, что среди фриков Мафани не выдуманный фрик, когда делаешь реакцию, слышим братский крик. После этого мамочка Мафани зовет сыночка лакать суп. Все? Все? И да. Тур неправильный. Поехали. Соловьев для малолеток разжирел на госбабле. Это кремлевская диета, не когла я попустил. Он стал как Зола Иван. Но будет кто-то посильней, ты станешь чмохой сам. Лысый толстый чканав, ты для кого-то пример. Если наденешь капюшон, будешь похож на мой хер. Let's get it done, ты ебаный скуфидон. Если встанешь на лужайке, станешь как садовый гном. Это Russian Patriot, ты, наверное, гонишь. А, так вот, пускай так и ты будет. Ты не каша, ты порешь, он любой власти подсосал. Бля, почему? Что устроить? Так? Солдаты брились за идею, ты за бабки, мол, строя, нихуя. Тут Даша Дошек. Я не про автопром, но ты просто чехол на поршень. В тебе нету нихуя, кроме хуя. Это грустно, просто доешь свои дойки. Это все твое искусство, хуесосишь. А как давно это дура в шпане, кстати? Ёбаный кринж, ты по сути пилишь хуй, на котором сидишь. Мой куплет это сексизм, пусть так, но все хотят лишь fuck you. Так что мой куплет факты. Кстати, о залупах, что бывали внутри Даши. Что-то в чате стал душно, ведь на связи Дани Кашин. Ты собрал большой концерт, это серьезное дело. Жаль, для этого пришлось стать подсосом Мазела. Хули ты вечно недоволен, тебе страшно повезло. Ты непосредственно посредственный, как все твоему зло. Тогда случился не на ход, если б не он, ты бы подох. Все хуесосы, ты хороший, интересно, где
подвох. Если в правом ухе серьга, ты либо банвор, либо пират, кто ты, решай сам, непонятно без слов. Ты вообще слышал свое музло? Оно в целом ничего, но ты дубовый манекен. Все тебе лежат очко, но ты как был, так и останешься никем. На словах ты таланта на деле, ну так. Закомплексованный хикан на 1000 зрителей твича, и тебе вебки окно, подходящий гроб. Если внутри ты лох, то не спасет. Бля, почему вот так меня ставят везде? Ну я не понимаю, ну типа, чтобы всех видеть сразу. Тот фиток, либо пиши альбом, либо останься этим. Ведь кто-то моет байк, а кто-то на нем едет. Слава КПСС, батл рэп, это спорт. Ты сидишь тут за пятнашку, как дешевенький эскорт. Раньше было взрывно, как полу кольцо поменяло. Теперь рядом только вялое пусцо. Лучшие годы позади, второго окси не найти. Я стал хайповее тебя, мне антихайп не по пути. Если закончится бабло, могу занять до стрима. Вот теперь мы помирились, не сердись. Муа! Муа! 5-0, как всегда. Как лучшие годы, антихайп. Мафаня, кстати, нормальный чел. Я видел, он трогал Свету Солар за пизду. Это вроде не за шквар, так что все вы... Чё? Да, ну... Факты. Так, ну окей. Ну клип прикольный. Клип прикольный. Вова, честно, такого не было. Вот это уже ложь. Вов, честно. Вов. Ну, я тебе... Я... Вов, я клянусь. Клянусь, Вов. Это пиздец. Такого не было. Я ненормальный пацан. Ненормальный пацан. Я, он врет, я ненормальный пацан, брат. Все остальное окей. Мне нравится, как все придумывают мне политические взгляды, вот специально, чтобы им не нравились они. Для кого-то я там экстремист, для кого-то я там госдепу продался. Так, подожди, мы смотрим дальше. Ну ладно, давай вот выбери, Тесак или Света Солар. Ооо, хороший вопрос. Но в контенте? Не, Букер смотрит реакцию уже и на свой диз. Давай, давай. Ладно, нет, хорошо. Короче, я понял. Ну, да, не поохуевали. Не поохуевали. Ну, допустим, окей. Что могу сказать? Охуенный диз. Мне нравится, я добавлю это в свой плейлист. Конечно, это не во Fun of Music 24, потому что это, блять, ну, это не тот трек, который люди репитят обычно, да? Но мне зашло, я думаю, если мне попадется, я кайфану. Кайф. Очень круто, когда Букер использует свои навыки вот в этом русле, а не в политике, да, ебаный. Это очень круто, на самом деле, за это ебаный респект. Вот. Так что, охуенно. Охуенно, да. Спасибо большое. Очень много прям охуенных партов. Я понял, кстати, эту фразу, блин. Ладно, короче, разъёб, спасибо большое, да, абсолютно оправданное 20%, спасибо большое, да, всем, кто голосовал, это пиздец круто. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, если так, то обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, оставьте комментарий, не забывайте про этот, как его зовут-то, блядь, называют еще простонародье, Twitch, конечно же, и Boosty, да. Вот, с вами был я, Афан, вы были на канале Афанок Мьюзик, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.